Привет, зритель. Сейчас такой кадр был. Но у меня телефон был, ну, в общем, пока включала, то все уже это опустилось. Там собачку выгуливают. Яблоко все еще висит. Да, мне сеточку поставили, о чем писала на стене канала. Подружка считает, что яблоко веткой проткнутое, поэтому оно типа не падает. А мне казалось, что если веткой проткнуто, то уже как бы должно, ну, как-то сгнить изнутри и тому подобное. У меня тут семеро, типа того утра. Отжала сегодня у хозяина 1,5 кослетины. Вот хз, я в 3 утра проснулась, а то ли вставать. Ну, в смысле, то ли это под душик, то все, хотите выкинуть мусор. Мозги проветрить за последние 2 суток еще не была на улице. То ли немножко поваляться. Кошка. Хулиганка, хулиганка. Я тут выбросила у хозяина котлетки до этого. Сидел так мур-мур-мур. Я как раз вырубаться начинала. И он там карри. Ну, там, по-моему, даже подписано, что это карри. Я тут вкусные котлетки делала. С гречневой и самопальной мукой. В инсте есть вот. В инсту я вроде не скидывала в этот. Короче, в телеге есть фоточки. Во-во-во-во-во, кого-то увидела. Я поняла, что надо с гречневой мукой снова сделать. У меня где-то еще какой-то фарш есть. Ну, в смысле, в морозилке есть еще фарш. Да, кстати, для особо одаренных папапольцев и тех, кто переживает за мою духовку, я ее отмыла. Не поверит зритель вот этой фигней. Я и мою вообще как бы, да, тут посуда. А, раковину, вот эту раковину в этой ванной. Плиту иногда. Вот эту часть. Ну и туалет. А тут я думаю, а что бы, ну, попробую, может, вдруг поможет. Я-то наивная чукотская Лёля, думаю, что вот намажешь какой-нибудь супер крутой штукой, дорогущей или не очень, и вонючей азелитом, я пробовала, но у меня на него аллергия очень такая дикая. Я не знаю, где вы такие цены берете, 110 рублей. Мы с подругой покупали по 300 его. Один раз по скидке брала по 180. Короче, что намажешь, оно сразу так вот все отойдет. Азелитом, я помню, пыталась ее отмыть, нихера. Пардон, нихрена. Сейчас я свет включу. Потому что верхний там у меня выключен сейчас. Короче говоря, я намазала этой белой фигней. Я просто помню, как я однажды отмыла кастрюльку какую-то. И вообще прелесть так вот отмыла хорошо. И этот взяла жесткую железную губочку. Протерла пару раз. У меня все эти фигнюшки отвалились. А и с двух сторон вон отвалились. Но уже такое чистенькое. И там как бы оно вон по углам только осталось. Ну, как бы намного лучше, чем было. Да, у меня тут пирожок такой. Я как-то переусердствовала, джема положила много. Больше, чем думала. Ну, как положила, мне показалось, что его мало. Положила еще, а потом выяснилось, ну, как-то тесто мало, джема много. По рецепту с сайта Поваренок, 1, 2, 3, там одна часть сахара, 2 части масла, 3 части муки. Ну, мне не понравилось. Это не то, что я думала. Как бы, да, вкусно, съедобно, нормально. Ну, не то, что я думала. Больше я такой рецепт повторять не буду. Хотя так, как бы, вот печенье было, пока оно было мягкое, оно было вкусное. Пирожок долго остывал. Короче, я потом все-таки куплю сарму, когда мне бабло придет 12 числа. Я вспомнила, что видела эту сарму в нужных вещах, и вон там еще уголки дотру. Так что это специально для тех, кто переживает за мою духовку. И тех, кто почему-то до сих пор с пеной у рта уверяет меня, что это не духовка, а микроволновка. Микроволновка внизу. И с ней проблем нету. Коська. Коська-бармоська. Рыжий нам больше не приходил. Я его, кстати, и на улице что-то не видела, когда тут как-то кормила кошек специально. Специально выходила, чтобы кошек покормить.
Обычно я беру с собой какой-нибудь там пакетик корма, если куда-то иду, и знаю, что, возможно, мне встретится кошка какая-нибудь местная. А тут что-то как-то даже специально смотрела, что-то не видела ни рыжую кошку-маму, ни маленьких котяточек рыженьких троих, ни самого рыжего кота. Не надо ходить к ноутбуку. То ты на него наступишь опять. И что-нибудь куда-нибудь выключится. У меня тут остатки компота в чашке яблочно-смородиного. Тряпочка для протирания очков. Не играют с тряпочкой. Не надо ее трогать. Она мне стащила с раковины губку новую. И немножко ее подрала. Тереву, кажется, я жалобы свои писала. А потом я пока тут шастала, смотрю, она еще и ванной губку стащила. Вообще! Она ее не успела, конечно, особо подрать, но ей уже как бы нельзя юзаться было. Две губки у хозяина стащила за день. Вот эта мышка. Сегодня, когда сетку поставили, я, значит, увидела эту мышку под батареей. Думаю, блин, откуда столько грязи, пыли? Я же недавно подметала пол. Веником ее подцепила, оказалась эта мышка. Мышка, которую кошка раздерябила. Пакет с мусорным ведром стоит тут, потому что мы уже, наверное, четвертый по счету пакет разорвали мусорный. Просто непонятно, по какой причине. Хулиганка. Хулиганка. Мне за ней так прикольно наблюдать. Правда, она тут обои подрала, не заметила. Добавила еще к тому, что Тишка до этого додрал. Хулиганье, ты хулиганье. Хулиганье. Жулик. Зурик, 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 Зурик. Я. Вам. Ладно. Не хочет она больше вставать, как суслик на окне, поэтому пока тебе, зритель.